Жмина, мне нравится, какая цифра будет последняя, то тот игрок тебе и выпадет. А также в 10 часов вечера в моей группе Влад Капуста я сделал розыгрыш на 12 тысяч FIFA поинтсов. Так что с вас лайкосики, подписки на канал. Всем приятного просмотра. Наконец-то у нас в игре вышли прикольные наборы, которые мне как раз пригодятся для того, чтобы я сумел пройти полностью всю сетку Лиги Чемпионов. Итак, в самом конце мы можем получить за 10 тысяч поинтсов одного из самых-самых топовых игроков Лиги Чемпионов. Эдерсона, Александро, Леонель Месси, Левандовски, Тони Кросс, Антуан Гризман, Инсинья и Верати. На самом деле я этот набор не буду открывать, потому что он мне особо не нужен. Но вот наборы, которые есть здесь, как раз мне пригодятся. Кстати, если кому-то из вас нужна грудка FIFA Points, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Цены, правда, будут приемлемы для каждого из вас. 500 поинтсов мы потратим и получим одного из игроков Лиги Европы. Я хотел бы на самом деле, чтобы мне выпал Игуаин, либо Н'Голо Канте. Иммобиле тоже было бы неплохо, но ладно, давайте мы откроем. Посмотрим, насколько сильно будет сегодня со мной фарт. И вылетает Кэхилл. Ну блин, рейтинг 80, ну когда слабоватенько, конечно. Я думал то, что повыше немного рейтинг будет, ну ладно, 80 так 80. Ладно, открываем набор за 1000 поинтов, очко группового этапа 200 штучек. Получаем вот эту вот награду. Что вы скажете насчет этого предложения, которое для нас сделали EA Sports, как по мне, очень даже неплохо. Самое главное здесь очки на самом деле, остальное это так себе. Вот как раз в этом наборе мы можем получить Хандановича, Фалькао, Филиппа Луизе. Блин, ну хотел бы очень, чтобы один из них сегодня мне выпал. Но главное, чтобы не рейтинг там 80. Хотелось бы и правда, чтобы был там рейтинг 85, 87. Сон, было бы очень круто, либо Дембеле. Я сейчас закрою глаза, я реально надеюсь на то, что EA Sports сегодня услышит все мои молитвы. Хотя они вряд ли это услышат. Я надеюсь на то, что бот услышит мои молитвы и принесет мне удачу сейчас. Итак, я открываю, пожалуйста, фартани. Вы, кстати, можете написать в комментариях, фартануло ли мне или нет. Гёцу неплохо, как я считаю. Шикарненький игрок. ЦП. Итак, разворот на 360 градусов. Охереть. Рабочая нога правая. Переходим в события. Как раз я получу самые отменные награды. Надеемся на то, что вот тут выпадет мне Леонель Месси. Было бы очень круто. Открываем по чуть-чуть эту сетку. Тренировочный опыт 15 жетончиков стоит. Обучалочки получаем. Эпическое усиление. Монеты 500 тысяч. Как раз пригодятся мне. Тренировочный опыт 75 тысяч. Итак, ребята, здесь есть шансы получить Эдисона Кавани, Мохаммеда Салаха, Инсинья, Тяга Сильва, Буфона, Хамшика, Кулибали, Мертенса и Мбаппе. Это возможно один из них попыт. А может и какое-то говно попасть. Опа, Тяга Сильва 88 рейтинг. Да ну ладно. Радуйте меня, радуйте. Давайте, чтобы было интересно, откроем набор Лиги Европы. Киса? Киса? Esports, вы серьезно? Вы серьезно? Скажите мне, пожалуйста. Киса выпадает. Блин, я рассчитывал, конечно, то, что здесь выпадет намного лучший игрок. Виллиан, Мандана. Но, ладно, что сделать. Открываем остальные наборы. Хочу как можно больше топовых игроков получить. Здесь игрок выпадать будет. Надеемся на то, что элиточка будет. Это прежде всего Зинченко, ЛЗ. На самом деле, карточка Зинченко, я тоже рад. Так, снова 500 тысяч монет получаем. Прокачиваем наши монетки. Тренировочный опыт 75 тысяч. Антуан Гризман, Терштеген, Харри Кейн, Серхио Бускетс, Коутиньо, Ханданович, Эриксон, Льорис, Пике. Кто же из вас мне сегодня выпадет? И Серхио Бускетс! 88 рейтинг. Все очень красиво. Так, ребята, давайте мы начнем с группы А, получим... Хотя, блин, Леонель Месси, ну, думаю, вряд ли выпадет. Инсинья, Верати, Гамшик. Ладно, давайте проверим, насколько удача сегодня будет вместе со мной. И я узнаю уже, наконец-то, выпадет ли мне игрок с рейтингом 90+. Открытие третьего уровня. Донг. И полетели. Нет, не-не-не, Дюмария, 87. Ну, неплохо, неплохо, однако. Но хотел, конечно, чтобы был мастер. Ну, ладно, не буду вам врать. Дюмария тоже неплохо. Вы достигли третьего ранга. Шикарно. Сейчас все получим. Не очкуйте. Жетончики у нас еще остаются для того, чтобы мы сыграли. И вдруг нам, возможно, награды. Тони Кросс, Навас, Фран будет. На Леонеля Месси. Месси. Зачем пас? Какой пас? Ну надо пробивать и забивать. Красавчик.
на Леонеля Месси, 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 на Криштиану, Криштиану. Разгончик, разгончик, давай, 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 красавчик, я знаю то, что сумеешь, и думаю, забьешь, да. Из-под угла забивает Криштиану Роналду. Еси! Вот так вот надо всегда. Месси, разгончик, разгон, давай, 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 Месси. Не халтури. Да ну что такое, не получилось. Артуро Видаль на подборе. У него финт. Закрутили и забили. Офигенный игрок. Бамс. Четвертый гол забиваем. Криштиану Роналду. Автор этого гола. Бамс. Лука Модрич. Шикарно, шикарно, шикарно. Кувырочек такой. Аплодируйте мне, аплодируйте, я показываю. Криштиан. Подобрал мяч. Полетел в атаку. Рафаэля Варана надо обходить. Обошли. И а ну-ка давай пробиваем ланшотиком. И залетает мяч. Створ ворот. На Артура Видаля. Видаль, давай. На Луку Модрича, Лука Модрич. А ну-ка давай туда на Месси. Месси. Ху-ху. Красота какая. Завершаем этот матч со счетом 7-0. Итак, монеты. 100 тысяч монет. Джокер. И кто же мне сейчас вылетит? Рафаэль Варан. 88 рейтинг. Бешеный игрок. Не надо мне такое предложение пока что. И самое основное, мы будем получать одного из этих топов. Лионель Месси, Ханданович, Антуан Гризман. Я прошу, один из вас, пожалуйста, Сисоко. Дембеле. 84 рейтинг. Вот так вот, вот так вот. Жаль, конечно, то, что нету Лионеля Месси и всех остальных топов, но что есть, то есть. Как по мне, очень неплохо все было. Парни, если вам понравился мой ролик, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать какие-то приятные комментарии. И всегда подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Всем до скорых встреч и всем пока-пока.